Привет, катанцы! Сегодня мы опять будем проверять вашу внимательность. У меня собраны задачки со всех уголков света, чтобы вас удивлять и делать умнее. Правила очень простые. Звучит задачка и дается время на размышление. После этого мы сверяем ответы. Вы даже можете позвать своих братьев и сестер и соревноваться вместе с ними. Позвали? Тогда поехали. Поверните меня на бок, и я стану всем. Разрежьте меня наполовину, и я превращусь в ничто. Что я? Жутковато звучит. Давайте думать. Помню, мне задали эту загадку, когда я путешествовал по Греции. Я тогда очень опешил. На самом деле, все не так кровожадно, как может показаться. Правильный ответ. Цифра 8. Поверните ее на бок, и получится знак бесконечности. А разделив ее пополам, получится 0. Человек стоит на одной стороне реки, его собака на другой. Он зовет пса, и тот тут же прибегает к хозяину. Не промокнув, нет ни моста, ни лодки. Как же собака еще может перейти? А может, река просто замерзла? Да, должно сработать. Только вы вот, катанцы, не ходите по льду и собачек своих не зовите так. Опасно. Когда это есть, вы хотите этим поделиться. Если вы делитесь этим, этого уже нет. Что это? Включайте логику. Вот тут тоже очень все просто. Я больше чем уверен, что можно много разных ответов сюда придумать. Единственное, что мне удалось придумать – секрет. Да-да, если им поделиться, он перестанет быть секретом. А вы что думаете? Напишите мне об этом в комментариях. А также не забудьте нажать на подписочку и поставить лайк этому видео, если не сделали этого раньше. Это очень поможет мне в создании новых выпусков. С вами был Семён Учёный. Пока.